комфортный, вместительный, полноприводный, а главное, обладающий характеристиками проходимости как вездеход. Чудо техники, отвечающее столь высоким требованиям, есть. Новый туристический автобус местный туроператор «Хибины» для вас приобрел и переоборудовал на собственные средства. Часть затрат компенсировал грант Ростуризма. К его преимуществам относится и то, что оснащен он специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. С транспортом, предназначенным для незабываемых путешествий по Кольскому полуострову, познакомилась съемочная группа «Народного». Одним из первых преимуществ новенького автобуса оценили апатичане, которые приехали на экскурсию в снежную деревню. Признаются, впечатление со знаком «плюс». В салоне комфортно, словно в самолете. Внука доволен, счастлив. Он говорит, меня не болтает, ничего. Я, говорит, сижу, ну, так бы и ехал, такси. и ехал. Да, так можно и до Финляндии доехать свободно. С удовольствием проехались и закрепили надежно нашего колясочника Андрея. Были рады, удивлены, очень, честно говоря. Микроавтобус оборудован по последнему слову техники. Удобные кресла, подсветка, связь. В утепленном салоне предусмотрены места для двух инвалидных колес, а каждое из них оснащено специальными ремнями безопасности с трехточечной фиксацией. Салон также оборудован сертифицированной аппарелью, подъемным механизмом российского производства. Потребность в транспорте для оказания туристических услуг маломобильной группе населения появилась давно. Грантовая поддержка Ростуризма позволила туроператору реализовать свои планы на самом высоком уровне. 70% затрат на любой туристический продукт – это перевозки, если брать экскурсионные туры. Поэтому решили приобрести автобус, остановились на модели с полным приводом, потому что у нас есть такие места по области, куда добраться без полного привода очень сложно. А красоты такие, как Кузамень, как Териберка, да, все не перечислить, даже наши Хибины не везде проедешь на низком лесе и на без полного привода. Красный автобус – знаковое событие для туристической летописи Хибин. Он подарит новые впечатления людям с ограниченными возможностями здоровья, сделает север доступней. Потребность в этом есть. Предложением уже заинтересовались туроператоры из Москвы и Санкт-Петербурга.